Цикл великодных концертов уладить Могилевская капелла. Традиционные концерты у областной мастацкой музеями Павла Масленникова дал старт тематичным выступлением. У першиню камерный хор наведает все среднеэдукационные школы города, а на початку лета – загородные лагеры. Наша капелла Могилевская поет бесподобно. Ее можно слушать не один раз в неделю. Поэтому, а то, что эти концерты раз в месяц, мы всегда их посещаем с большим удовольствием. Мы приходим на концерт, это праздник души. С упоением слушаем и рады, чтобы почаще такие были концерты. Камерный хор, струнная группа, выконаются на духовых инструментах. Три склады артистов Могилевской городской капеллы удельничают у великодном концерте. Святочные выступления протягнутся до Троицы. Пасха, естественно, до Троицы, потому что Троица – это следующий большой такой праздник. А без концерта городской капеллы мы как-то не представляем себе такие большие праздники, потому что эта капелла очень исполняет духовную музыку и создает праздничное настроение, создает какую-то ауру такую праздничную. В своих программах стараемся приобщать людей, просвещать нашу публику и, конечно же, воспитывать путем высоких образцов мировой музыкальной классики. И, безусловно, надеемся на то, что и не только взрослые, но и детская аудитория также будет приобщаться к классической музыке, которую они проходят по предмету музыка. Своим выступлением Могилевская капелла долучает до лепших узоров сусветной музычной классики и молодое поколение. Артисты наведывают все школы Могилева, а у червени планируют дать концерты у загородных лагерях. Татьяна Сергійчик, Александр Артемьев, новини региона.